просили, фильм выиграл «Золотую пальмовую ветвь». Отдельного приза удостоилась Татьяна Самойлова за лучшую женскую роль. Сергей Урусевский, оператор этого фильма. Единственный случай был в Каннах, когда присудили отдельный технический приз без технической комиссии. Вот здесь вот это все происходило на Каннском мосту. Действительно, на многих потом фотографиях открытых Крымский мост появился. И также был у нас на эмблеме парка Горького. Парк Горького мы сейчас видим.